Не назовешь удачной на этот раз поездку Леры Кудрявцевой в Англию. Первые дни прошли замечательно. Телеведущая постила красивые фотографии и подписывала их «Люблю Лондон». Но потом звезда отправилась к злополучному Букингемскому дворцу. Пока ведущая осматривала достопримечательность из-за забора и гуляла на площади, из несумки вытащили кошелек. Этот прекрасный дворец, эта красивая площадь теперь всегда будут вызывать у меня отрицательные эмоции. Так выглядел бы комментарий Кудрявцевой, если бы она не использовала нецензурную лексику. Но ее можно понять. В кошельке находились абсолютно все банковские карты звезды и все наличные деньги, которые она взяла с собой. Более того, до того момента, как Лера обнаружила пропажу, преступники умудрились снять с карт все средства. До сих пор не понимаю, как такое возможно, сокрушается телеведущая. Разумеется, без денег Кудрявцева не осталось. Помогли друзья, да и муж тут же готов был переводить деньги куда угодно. Но сам факт кражи был очень неприятным. Лера обратилась в местную полицию, но пока не сообщила, как прошел ее визит к полисменам. Тем не менее, хорошего настроения звезда не теряет. Она даже сделала небольшой видеоролик об этом злополучном дне. Под музыку из фильма «Приключения электроника» мелькают кадры прогулки Леры по Лондону, красивые виды столицы Великобритании, и заканчивается все в участке полиции.